Всем привет на моем 171 стриме. И сейчас мы будем проходить или попробуем пройти игру. Да, я продолжаю марафон по Тоху. Это Тоху 13.5 Hopeless Masquerade. Я не знаю, как это правильно произнести, но, короче, безнадежный маскарад. Кто не знает, я давно-давно начал марафон по играм серии Тоха. Я прошел с первой по 13-ю включительно. Ну, не, ладно, не будем врать. Какой это фотошутер, этот фотошутер я не допрошел. Там было два фотошутера, насколько я помню. Я оба не допрошел. И, по-моему, один файтинг я тоже дропнул. А другой файтинг я сразу начал на изи. И я его прошел. И так как этот жанр я не очень люблю, то... Ну, как бы, но обещал посмотреть все игры. Поэтому мы сейчас... Ну, 13.5, все игры, которые .5 из Тоха, это файтинги. Поэтому это тоже файтинг, и мы его тоже будем пробовать на легком. По громкости, как там, скажите. Так, сейчас я перезапущу, чтобы тут же как бы история есть какая-то. Но она на английском, я тут не успею прочитать. Ну, кто может быстро усвоит, можете прочитать и даже, может быть, пересказать. Ну, сюжет, как бы, Тоха и сюжет, это такие вещи. Мне кажется, он все-таки погромче будет делать. Вот. Привет, Пророк, привет еще раз. Excel Ferrof. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Конфиг. О, как я же давно не играл уже в Тоху, вообще жесть. Очень давно. Background quality, drawing size. Ну понятно. Replay save. А, netplay? Тут типа netplay есть? А никто не хочет вместе со мной. Я так понимаю, это, ну, тоже сюжет, да? По сети тоже сюжет? Или нет? Или это просто битва, как бы, тут непонятно. Так в смысле, никто не умеет? Это файтинг, только файтинг. Я ведь сегодня весь день думал поиграть в шестую Тоху на стриме, думаю, не пойдет. Ну пробовать надо. Да ладно, почему не пойдет-то? Пойдет. Ну ладно, тогда пока начну story mode. Так, Реймо Хакурей. А, это карта выбирать. Мариса Кирисаме. А, только за них двоих можно. То есть за кого-то из них. Не, ну я хочу сюжет. Если там по сети не сюжет, то не, тогда не вариант. Тут как бы тох экспертов что-то нету. Даже Роги Бастье нету. Он, мне кажется, должен знать. В смысле лан? Тут прямая сеть. Зачем лан? Тут просто, тут есть сетевая игра обычно через интернет. Не лан. То есть я просто сервак делаю, у меня же белая IP и все, но... Ну давай попробуем, то есть, ты попробуй подключиться. Вот, а, тебе еще качать надо, да? То есть я пока попробую story mode, ты пока скачай, я все равно сольюсь, скорее всего, и попробуем тогда по сети. Да тут я вообще ничего не знаю, это драки, еще раз говорю, повторяю, это файтинг, я не умею играть, вообще не умею. Несмотря на то, что я
сколько там, 2 или 3 файтинга только прошел, я их нарандомил на изи. О, Фабино, привет. Ну, скачай пока. Ну, кто хотите, короче, скачайте, попробуем. Но начну, я, правда, не уверен, что все-таки там сюжет. Ну, давайте, короче, Рейму стандартную карту возьмем. Изи, нормал, хард, лунатик. Ну, вы поняли. Ну, ссылку хз, я с торрента качал за коллекцию. Они что, летают? Так. Ну давайте что-нибудь замутим. О. Я управление, как обычно, не смотрел. Так что давай рандомить, короче. Жми все кнопки подряд. Победа в кармане. Так. А, тут, по-моему, 3 или 4 кнопки, насколько я помню. Тут не 2 кнопки. И я так и блок не научился ставить, вот честно. Я помню, я в предыдущих файтингах, только файтингах, я так и не научился блок ставить. Тор, я обещал посмотреть, помнишь? За 100 сервера? Ну без проблем, если он хочет. Но только я думаю, это немножко не его тема. Хоть он Mortal Kombat там и будет, но... Все-таки это чуть-чуть другое. Тут никаких стандартных комбинаций из таких обычных файтингов не проканают. Так, что тут еще нужно сделать? Ну, сейчас меня заломят. Типа нарандомил первую биту. Ну, короче, кто хочет попробовать сетевую, качайте. Даже если я случайно пройду сейчас сюжет, мы все равно попробуем. Что такое ГГХ? Тор, никаких айда лучше, понимаешь? Я обещал марафон, помнишь, Тор? Я говорил, я посмотрю все тоху, от первой до последней. Все, я сделал очень большой перерыв после 13-й, но... Сколько, какой большой перерыв? Ну... А, год? Лол, да? Не год, наоборот, несколько месяцев, да? Я, по-моему, в январе последний раз стримил, что ли, или что-то такое. Ну вот. А теперь я решил продолжить, почему нет. Тем более там новая часть вышла. Ну, до нее еще долго, конечно, ходить. А у меня версия 1.34b. Guilty Gear XX-то? Ты зачем? Я не люблю файтинги, Тор, ты же знаешь. Я это играю только для того, чтобы посмотреть. Эй, а чё там так много всех на фоне? Или это просто зрители? Так, чё тут оно может? Ой, чё-то опасное. И да, Тор, естественно, я снова не посмотрел управление, я не изучил никаких атак, я просто решил, а, пройду по рандому что-нибудь на Ивике. Ну, норм, ну ты помнишь, как я предыдущий проходил, вот это самое.
Я даже до сих пор не понял, как карты кидать. Да ты где тучку вообще не очень. Так, следующая фаза. А, не все. Изик такой изик, можно рандомить. Ну, короче, я просто скачал японскую версию, поставил какой-то официальный патч, а потом поставил English патч, который первый в Google выпал. И все. Не нужны мне файтинги, Тор. Ну что это ты стал? Вот это качай и пошли. Попробуем вдвоем. Так, с кем я дерусь-то? Мононоби но Футо. Ну, это я даю так почитать тем, кто вдруг это решил прочитать, перевести там. Мало ли найдутся. Ага, походу что-то закончилась какая-то мана или еще что-то. Что-то не очень. О, сейчас видится какая-то будет имплантация. Не, что-то не хочет больше это делать. Ну там видно, вон какие-то полоски есть снизу, какие-то сверху. Что-то, короче, тут можно носить. Все. Ну, Фабино, сразу говорю, если файтинг, то я мимо. Да, Тор. Ну смотри, работает. Работает пока что. Старс 4. Еще ни одного конта. Да кул конта, я еще даже ни одного проигрыша не было. Чудо Москвы еще сдохнуть можно? В смысле, почему? А кстати, кому интересно дальше до Москвы? Альферову или Фабино? Так даже навскидку и не скажешь. Но мне кажется, Фабино дальше все-таки, да? Так, кто? Бикюрен Хиджирия. Бикюрен Хиджирия, ну здорово. Я сейчас буду тебя рандомить. Как тебе такая новость? Говорит, ну, а у меня зато спецприемы, и я разбираюсь, как их ставить. Но я торможу, потому что ты изи типа включил. Ну да, тоже так и есть. Эй, зачем меня бить-то, слышь? Сейчас бан получишь. Ой, сейчас что-то опасное будет. Она спит?
Только не говори, что это все. А, не, все, все, сейчас начнется сложные атаки, которые фиг размикришь там. Ой-ой-ой, что-то опасненькое, просто опасненькое. Ой, ну это все сейчас убьет по-любому меня. Ой! Что-то тебе поплохело. Не, ну кстати, на самом деле я уже не полностью рандомлю, я кое-что уже понял. Привет, Котостек. Я прохожу все подряд. Просто все подряд. Ну, как бы... Я начал с первой и давно сказал, я начал с первой и говорю, я попробую пройти все. Да, именно не пройти, а попробую вообще постримлю все, а которые, ну, если совсем не понравится, то я не буду проходить. Так как файтинги я вообще не любитель, а уж тоха файтинги это совсем что-то такое жесткое, поэтому я прохожу сразу на изи, так что тут без обид, если кого-то... любителей там как-то это тронуло. Так что 12.3 у меня уже было давно. Но я большой перерыв делал просто. А, про комьюнити. Ну. 12.3 я не помню, я по-моему прошел 12.3. Не, стоп, 12.3 это разве файтинг? Это же не файтинг, по-моему. 12.3 это же вроде где феи там, да? Феи, война фей вот это или нет? Привет, Ксиппи. У тебя был сегодня строк 2 зрителя, ничего себе. Ты был в топе 2, ничего себе. И как тебя там на вершине? Ты кто вообще? То Сатомими Номико. То Йо Сатомими Номико. Промашнил. Ну, короче, завязываю болтать. Давай продолжаем рандомить уже пятый раунд подряд. Да, я был у него на стриме в это время реально про машину Кибергейм. Я видел, что там Кибергейм сидел, но я не видел никакой машины. Сознаваться пока не начал, но обещаю наверстать. Ну, ты главное не переставай быть моржом. А то фишка потеряется. Да лол, ну промахнулся 10 раз. Так, первая стадия готова. Где ты маджонку слышал? Ничего не знаю. Маржон, я говорю. Ой-ой-ой, это что-то опасненькое. Ой-ой-ой, опасненькое какое-то. Что это? Ну, что за наркомания? Воу, да что это такое, ну? Портость. Привет, Ксенри. What? They were all Tanuki. Стейдж 6. Хвостатая. It was me. Me. It's me. Мамизоу
Футацуева. Не, Футацуева. Футацуева. Мамизоу Футацуева. Тяжело, блин, прочитать даже. Oh, so I wasn't actually fighting Miko, just you discussed it as her. Не знаю, почему-то я пытаюсь это прочитать все. Well, no wonder. I saw your blow seemed a bit feeble. You're too kind. So how about fancy round? No way. I don't have anything to gain from fighting you. Don't you know? Рандом, короче. Ой, там было куча диалогов, но забей, короче. Я уже думал, драка началась, и начал рандомить. Начал жмакать кнопочки. Ну. Просто кулаком в лицо. Это же самая нормальная тактика. Ой-ой-ой, сейчас что-то опасненькое будет. Очень опасненькое сейчас что-то будет. Ой, промахнулся. Как же так-то? Оп! Сколько у тебя там стадий? Ну явно последний босс или нет? Ой-ой-ой-ой-ой, удаляй. Ну сейчас меня удалит. О, первый слив. А, это еще не слив? Ну, у тебя осталось там, ну. А где детский голос? Yes, I've finally beaten everyone. Now I will become Kenseki's most popular person. Неважно. Ну понятно, сейчас еще будет какая-то супер-супер финальная стадия, просто вообще экстра там, не знаю, мега там, атака, просто финальный босс. Тормозит? Ну, ты типа читаешь? На паузу ставь. Ты представь, что ты смотришь эту запись на Ютубе, и ты ставишь на паузу на каждое сообщение. Стэш 7. Ну-ка, ну-ка. Посмотрим, что тут. I can't believe it. You would never think there was so much going on during the day. Ну ладно, у нее не такой голос, но я не знаю, какой у нее голос. Прошел второго Соника? Ну поздравляю, наконец-то. Ну, в общем-то, это надо было раньше даже сделать. Who are you? You don't look like any human I've seen. What? Are you just going to ignore me? Вообще охренело игнорировать, да? Did you steal my mask? Hmm? My hope? Ha, you're different.
It look, looks like you're fitted right to the brim with hope. Гф! Что за гф? Типа перевели на русский частично. Ха? Well, of course I am. That must mean that you have my mask of hope. Hey, who are you anyway? I'm Hatano Kokoro. I control all emotions. Look like I got another weird yokai on my hands. I maintain the balance between all emotions, such that they are all expressed equally. Что за слово equally вообще хэзэн? I won't allow any emotions to prevail over the rest. Well, then, what do you call this current state of affairs? Everyone's look so emotionless. It's really airy. Что это слово airy? Привет, Alucard 163. А почему красным сообщение на Твиче? Я вот это не понял. Научился делать спецприемы? Ну подожди, я доиграю, попробую вначале. Кстати, твое сообщение не видно, потому что там, когда прокрутишь, оно будет видно. То есть там, ну, маленький просто захватик. That's because error. Oh yeah. I have arrived here to solve that problem. And I can now that I finally found the human filled with hope. Me? I guess I'm, but so what? In order to normalize all emotions and return the village to its former self, I must turn you, overflowing with hope, into my new mask of hope. You stupid yokai, now I see what you're after. You're just out of abduct humans, aren't you? In place of my lost mask of hope. Слово future замешалось. A new hope awaits. I have nothing against you personally. However, I will claim all the hope in Gensecure for the sake of all human emotion. Короче, хэзэ вообще. Чё там пишут на Твиче, потом почитаю, не знаю. Давайте её рандомить, короче, как обычно. Наша норм-страта. Вначале кулаком надо. Вот так. Первый стадион. Начинается какая-то срань, что полетит меня. Я уже это предчувствую просто. Не получится кулаком, да? Ну, на второй стадии уже вряд ли. Хотя, вот. Ну ты же всего лишь, не знаю, маски там понадевала и теперь говоришь, что типа у тебя какая-то там офигеть сила. Это чушь. Ну чушь же, да? Ну чушь. Вот. Я сбил атаку, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Да ну как от этого вернуться-то было, лол. Я хэзэ вообще, честно. Я просто не знаю, что делать с этим. О. Вот так я. Да сколько у тебя там стадий, лол? Удаляй. Я вообще не могу тебе урон, что ли, нанести, чё? Упорот-то?
Так. Чё, типа победил? Все, прошел. Вроде бы, да? Ну, конечно, на изи это даже я прошел просто рандомом. Тактика рандома затащила. Хотя, конечно, я признаюсь, что к концу я уже понял многие приемы. Так, чиним. Не могу там трупсов, но можешь какую-то другую игру. Я там так. Чуть народа. Чуть нет народа, все те же аутисты сидят. В смысле, Нью говорил, что Half-Life будет много новой аудитории, а на жаль, пока не пришли. А, понятно. Так, а, я должен нажимать, оказывается. The festival atmosphere caused by the ephemeral motions had calmed down, only to be replaced by the ephemeral buzzing of insects. Ксенрир, не бомбит на английского, пожалуйста. Was the religious struggle for popularity just an illusion born from human despair? А, это вопрос был. Я только сейчас заметил в конце. А, no one donated anything. Никто не донатит. Ну вот смотрите, говорит Рейма, никто не донатит. Even though the number of visitors and believers had just increased. I guess if all I do is show off in fights, then my popularity drops just as quickly. How can I gather true believers? Huh? Welcome. Hey, have you found it yet? Nope, I haven't the slightest clue. I see. This amount of hope won't last much longer. I know. Kokoro's masks are made of emotion itself. There are... Как там? 66 of these masks. If even one of them goes missing, her emotions go berserk. The berserk emotions spread to those around her. Their emotions endlessly overflow and eventually get used up. As a result of Kokoro going berserk from losing the mask of hope, the human village, which had been called, как это прочитать-то? Called, да, вроде читается. In vile pool of despair, with now running out of emotions. Не знаю, что захотелось по-английски почитать, потренить чтение английского. Anyway, you really have no leads on where your mask of hope is? Nope, I don't know. And the time limit? The hope you were carrying will last about 10 more days. You have to find the original mask before then. Come on, Reimu. So arrogant, why me? After that day, Kokoro made a temporary mask out of the hope carried by Reimu. Не к Сипи, просто. Просто мне по приколу, честно. Не знаю, хочется. Ну что, вы против сильно, что ли? Все равно я прошел уже игру. For the time being, the emotions were under control and the people's hope had been restored. Also, as a result, the number of people depending on religion decreased. However, in the end of current mask of hope was merely temporary. Its effect would last forever. The original mask of hope was still lost. Just who could have stolen it? And why? Reimu felt like she'd have to keep investigating this for quite a while. А что-то сюжета пипец сколько. Я думал, там пару строчек будет и все. Издевается над носителем языка, ну. Пусть и зрители пострадают хоть немножко, чё ж я-то только. Ну, короче, блин, да какой, опять короткий стрим, да что такое? Сколько вот он? Вообще, меньше 40 минут стрим.
А, ну давайте, кто по сети хотел? Давайте по сети попробуем хоть. Это, я так понимаю, там какие-то заголовки показывают Казен, да? Сейчас титры закончатся, подожди, Хабино. Чтобы уж до конца показать все. А что, не покажут, типа, ранкинг там все? Я так понимаю, это плохая концовка, да? Ну, типа, надо было на норме играть на норм концовку. Ну, смотрите, я без контов прошел. Но, видимо, совсем изич какой-то, да? Ну, привет. Короче... Привет, Фабино. А, да, привет, Судов, и всем привет. Это, у меня, короче, почему-то какая-то проблема, все-таки не встал англоязычный язык. Вот, поэтому я буду просто тупо сейчас смотреть на стриме, как это... Да, главное, чтобы это, ну, соединилось. Да, вот, ну, VS Network нажми, видимо. Сейчас, я тут сделаю чуть-чуть себе, а то у меня очень мало места на мониторе, я сейчас сделаю, чтобы видно было хоть чат и там... Вот у меня она тормозила, но я научился камбухи делать. Ну, я кое-какие тоже, ну, в принципе, видел. Я последний бой уже, ну, не прям сильно рандомил. Да. Ну, конечно, рандома там было, но... Я блок уже... научился делать. Так, сервер сетап. Так, подожди, я не знаю, что это. For client connection, видимо, я должен сконнектиться. Подожди, у меня вейтинг... А, ну попробуй, IP-шник ты знаешь. Connecting to IP. Так, чё? Так, Enter, видимо, да? Нет, не Enter. Select profile, port to use. Видимо, port to use. Этот 99, а нет, это не то. Это не то, слушай. В смысле не то? Ну, так, а что тут? Connect IP from... Assign IP от connect to server. Все, вижу. Так, угу. Сейчас IP-шник твой буду. Где мой бинофен? Да, порт, я думаю, порт не нужен, потому что подключение с... А, порт открыть, я понял. Попробуй начать подключиться, если не получится, то... Ну, говори, я забываю. А, 89, 222, 166, 108. 222? 166, 108. Ну, точка, 160... Точка, поставься, дорогая. 108, да? Угу. Ага. И тут у меня выбралось что-то два каких-то непонятных. Не знаю, выберу первый. Не, ничего. Разрешить доступ. Так, что-то у меня брат-майл Windows выскочил почему-то. Ну потому что приложение все это идут. Ну да. Ну, видимо, порт надо все-таки открывать какой-то. А. Не получается, да? Ну, что-то да, тут. А, так, а как же узнать? А я могу, подожди, второй нажать. Две штуки. Нет, ничего. У меня все на японском написано, Торыч. У меня все написано на японском. Поэтому я смотрю. Я про рандом. Ну, ассигн это все сделал. Сильно. Воплощение алой деволицы скачал. Это шестая. Не то. Так. Пока не вижу, какой порт.
А ты вот закрой вот это waiting for X нажми. Зачем? Подожди, сейчас. Не, там посмотри, какие у тебя вообще там вот port to use написано. Select profile там. Видишь? А, port to use. А. Ну я понял. Ну вот. 10.80, 10.800. Сейчас мне только надо тогда его открыть. Ну, мы, я сразу говорю, недолго будем пробовать, потому что, я говорю, меня файтинги не забавляют, но просто, как бы, показать, чтобы посмотреть. 10.800, так. У меня тут можно 4 вписать циферки, ну, то есть... какие-то. И после двоеточия 10.800 написано. Ну да. Вот. Да. Ну все, пробуй. Так, попробуй первый. Жара какая-то идет. Жара? Ну, другие пишут иероглиф. Таких не было. Ладно, попробуем тогда. Вот это, так. Может, версия игры там не совпадает или еще что-то. Могу тебе, в принципе, патч скинуть. Да нет. А ты японский патч поставил? Ну, просто там версия, чтобы была выше. У тебя какая версия? 1.34b? А где это посмотреть? Прямо на заголовке окна. У меня в заголовке окна не написано. Значит, походу, нет. Понятно. Ну. Ну, может... А. Скайп тебе скину. И English патч, и вначале апдейт ставишь 1.01, который... Хотя на самом деле он не 1.01. И потом этот... English патч у меня есть, этот на 71. И я его нажал, и он не поставился. А, потому что, видимо, надо вначале поставить апдейт. Надо, видимо, да, этот видимо апдейт поставить. Да. Сейчас скачается. JRPG. Да-да. Ну, я сегодня, конечно, залафли. Я просто подумал сейчас. Ну прям вот так вот. Прям. Ну что? А, передается что ли? Да, передается. Я бы установил все уже. А, то есть English Patch отменим, да? Да, English Patch отменим. Так, передалось. Передалось, я ставлю, запустить. У тебя она стандартно поставилась на C там куда-то, да? Нет, я изменил другое место. Так, он поставился, теперь English Patch поставим. И все. Изи-пизи. Ставится, да? Сейчас. Я пока. То твое поставилось. Теперь English Patch. English Patch, что ты не открываешься? О, открылся. Только сказал, что ты не открываешься. Так, ну, все, давай. А, yes. Конечно, yes. А, 0. В смысле, что опять началось пророк? У тебя версия 1.01, нет? Чего? На заголовке окна 1.34b написано. Сукота? Ну блин, ну видишь, не получается пока подключиться, потому что Фабино там патчи какие-то ставит. Ну не какие-то, а патчи к игре. Сейчас. Пока на картиночку посмотрите. И пообщайтесь с Судалом. Ведь Судал в топич, правильно? Ну, по-любому. Так. Не, какое другое? Сейчас мы попробуем сетевую игру, и получится, значит, поиграем. Не получится, значит, стрим на этом закончится. Пророк, я не меняю игры во время стрима. Ну, очень редко. Но в основном нет. Cool Story расскажи. Даже не знаю. Как-то нету особо. Нельзя просто взять и рассказать Cool Story. Не, ну Фабино может, а я нет. В смысле нельзя?
Ну, ну вот ты, у меня что нету сегодня такого обильного. Что ты количества сегодня делал, пока я играл в Adventure Island? Играл в Adventure Island? Нет, у тебя не было уже какое-то время. Нет, было. Просто там, ну, есть, там отходилось. А, ну это, Night Ricky мне позвонил, короче, в Skype и говорит это, помоги Соника пройти именно просто, ну, ну, больше Соника. Именно просто через расшарил экран через Skype, и просто я подсказывал там тактики, еще что-то. Он убил в итоге. Убил в итоге, ну, хорошо. Ну вот, тут. А, еще, блин, я, короче, этот, пока проходил уровень 8.2, Adventure Island, сломал коробочку от наушников. Я просто по ней кулаком вдарил, и она, короче, проломилась и отлетел кусок цены. Ты так рассердился? Да, меня просто выбесил этот уровень, просто выбесил. Вообще, особенно жестко. Щука, да? Вот прям сейчас. Вот, прям вот, знаешь, вот прям вот жестко, вот такого давно не было, вот прям вот хорошо так. А мне норм, а ты написал такой, я не знаю, как у тебя не бомбит. Да, вот нет, на 8.3 я тоже спокойно играл, вообще нормально. А на 8.2 просто жуть, просто жуть. Так, сейчас должно быть, по сути. Че, восстановился английский патч? Сейчас посмотрим. Почему-то 1.0.1 написано в заголовке, хотя я все сделал, как ты говорил. А, патч точно распознал правильную траекторию игры? Патч, да. И этот тоже. А твой патч, он... Подожди. The English Version 1.0.5. 1.0.5. И сколько он весит там у тебя? Да, я точно такой же скачал. Не знаю, и ты сначала апдейт скачал, апдейт установил, потом лишь патч, да, правильно? Не знаю, не получается. А качал ты с сайта, не помнишь какого, там мега не было? Фру трекера качал. Я вообще качал оттуда Тоху коллекшн раздать, все Тохи. Ну, видимо, вот в чем проблема. Видимо, у меня Тоха не так. Ну, хз. Ну, все. Не, ну ладно тогда, ну сейчас да, долго, да, она весит почти, да, 400 метров, это долго качать. Это долго так качать. Так что, да, ладно, спасибо, что попытался. Ладно, давай. Так, ну, собственно, вы понимаете, что к чему, что это означает. Да, это означает, что стрим у нас заканчивается. Коротенький еще один стрим. Ты меня слился, Азаза. Да не, ну, ну понятно, ладно. Ну спасибо, что сидели. И, наверное, сегодня больше не будет стримов. Ну не знаю. Ну сейчас опять же посмотрим. Ну я как бы исчерпал свое это, как это сказать. Ну то есть я хотел постримить в ближайшее время перспективу и Тоху. Вот. Какой боже. Не надо меня Адольфа мошнить, пусть идет лесом, честно. Адольф такой Адольф. Вот. Ну все, всем спасибо, что смотрели, увидимся на следующих стримах.